Добрый день! Сегодня буду готовить сочные и ароматные куриные байцы. Для начала возьмите одну куриную грудку и нарежьте на небольшие кусочки. Для панировочного соуса смешайте одно яйцо и 100 мл молока. Посолите и поперчите по вкусу. Сюда же просейте полстакана пшеничной муки и хорошенько перемешайте. В полученную массу переложите нарезанное куриное мясо и оставьте на 10 минут. В целлофановый пакет просейте стакан муки. Добавьте соль и паприку по вкусу. Перемешайте. Замоченное мясо переложите в пакет и хорошенько встряхните. Отправьте курочку в разогретую сковородку с большим количеством растительного масла. Обжаривайте в два захода до золотистой корочки. Сочные и обалденные байцы из курочки готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!